В лицее номер 13 имени великого поэта Расула Гамзатова состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню Учителя. Воспитанники образовательного учреждения собрались для того, чтобы поздравить педагогов и поблагодарить их за столь весомый вклад в их образование. Началось мероприятие традиционно с гимна России и Дагестана, а после ученик лицея номер 13 Муса Раджабов выступил со стихотворением Гамзатова «Мой Дагестан». «Объездивший множество стран, устал из дороги домой воротился». Склонясь надо мною, спросил Дагестан, не край ли далекий тебе полюбился? На гору взошел я, и с той высоты, всей грудью вздохнув, Дагестану ответил, немало краев повидал я, но ты по-прежнему самый любимый на свете. В рамках мероприятия прошло вручение почетных грамот отличившимся педагогам образовательных учреждений Касписка от Министерства образования и науки региона. Отметим, что провел церемонию награждения заместитель главы Касписка Гусейн Ункилов. Вы делаете огромную работу. Вы, которые наших детей, даете им путь в будущее. От имени главы города я также хочу вас поздравить с этим днем, вам пожелать крепкого здоровья, чтобы вы всегда понимали, что год, который объявил наш президент, чтобы он был всегда годом педагога и наставника. Вам всего самого лучшего. Кроме того, в торжестве также приняла участие начальник управления образования города Касписка Лариса Абрамова. Она обратилась ко всем педагогам и поздравила их с теплым и светлым праздником. Вот сегодня так по-семейному, по-теплому мы с вами собрались, чтобы в очередной раз суметь сказать спасибо. Спасибо тем, кто незаметно, тихо, но делает работу во славу системы образования города Касписка. Я вас всех очень люблю, я вам очень признательна. Дай Бог, чтобы вы были здоровы долгие-долгие годы и творили на благо нашего Касписка. Украсили мероприятие яркими и запоминающимися номерами воспитанники лицея номер 13 имени Расула Гамзатова, Дома детского творчества и Школы эстрадной песни «Марьяна».